Официальный сайт проекта www.vsgg.com. Официальный партнер проекта – компания AMD. Официальный партнер проекта – компания HP. Всем привет! После небольшой паузы мы вновь продолжаем изобретать и перенимать тактики от лучших команд мира. На этот раз мы разберем первую пистолетку на DDoS 2. Автором всей атаки является Mousesports. После них этот раунд повторили Kirchnet, причем очень успешно. Итак, расстановка на эту пистолетку такова. 3-1-1. Один через даль, один на 10 и 3 через тэшку. Первый чекает центр и возможный поджим парапета, после чего проходит в сторону 10 и после того, как 3 подойдут под мидл, он выкидывает флеш на мидл. Теперь самое интересное. Три игрока после флеши первого пропрыгивают под ворота и через подсадку выпускают одного в зиг. Теперь становится вопрос о возможности принятия зига от диффенса. Есть вероятность того, что диффенс может просматривать зиг вот таким образом, то тогда игроку, который играет на подсадке, придется не сладко. Но опять же, такая позиция не всегда преимущественная. Тут уже дело идет в риске, и выбор за вами, или рисковать, или нет. Идем дальше. После подсадки одного в зиг, два игрока переходят также под зиг. Пятый и первый меняются местами, так как у первого юст, ну а пятый игрок с глоком, и играть через даль с глоком не есть правильное решение. А юст может отлично сыграть с ямой и отстреливать подкат, что и требуется этому игроку в самой развязке раунда. После того, как все перетянулись под зиг, первым, конечно же, начинает играть тот, которого подсадили. Это будет большой неожиданностью для диффенса, который стоит в зиге под углом. Далее вас ожидает размен и выход на апленд, установка бомбы и ее удержание. Любая тактика имеет свои доработки и недочеты. И эта тактика также не исключение. Кто-то что-то добавит, кто-то что-то уберет. Дело за вами. Удачного розыгрыша такого раунда. Официальный сайт проекта www.vsgg.com. Официальный партнер проекта – компания AMD. Официальный партнер проекта – компания HP.